Здорово! На самом деле со мной все нормально. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. И не спрашивайте, что это со мной сегодня произошло. Сегодня у нас будет социальный эксперимент. Я договорился с нашим друганом бомжарой. Где моя камера? Камера, сейчас. Я договорился с нашим друганом бомжарой, то что мы сегодня с ним проведем социальный эксперимент. Контент будем делать, лучший контент на этом ютубе, канале, планете. Меня заколебали эти бомжи в рекомендациях, это новая напасть бомжей в Майнкрафте, поэтому я сегодня докажу то, что это фигня. Контент будем с вами делать. Я поменяюсь жизнями с нашим бомжарым местным, который появился за полгода до того, как на ютубе началась эта напасть бомжей. Все, камеру направил, сейчас будем снимать. На эту серию бомжара, вот этот бомжара, который у нас есть в городе, на одну серию он станет мной. Он станет ютубером. А я на одну серию стану бомжарой. То есть сегодня мы с ним полностью поменяемся жизнями. И как видите, я уже вошел в образ, я уже начал одеваться как бомжара. Чтоб цепочку снять, а то я на рэпера какого-то похож, а не на бомжару. Ну ладно, вот, Катюха мне сделала мейкап. Ну, чтоб, знаете, чтоб я просто влился в сообщество бомжей. Вот, и в этой серии я как раз таки... Вы спрашиваете, зачем? А затем, чтоб завирусить YouTube. Завирусить этим роликом. Я сниму выживание превращения в бомжа. Я меняюсь жизнями с бомжом. И да, да. И вот я выложу этот ролик на свой YouTube канал «Жизнь ютубера». И он наберет прям пусть столько просмотров, то что мы с одного ролика дофигища золотых монет насобираем. Я по крайней мере на это надеюсь. Бомжара, бомжара, ты готов социальный эксперимент провести? Ты готов, бомжара? Что-то так резко потемнело, мне кажется. Или это у меня в глазах потемнело из-за того, что я бомжарой становлюсь. Я ему отдаю свой ключ от дома, а он мне отдает свой ключ от дома. Но перед этим я, естественно, пойду домой, отосплюсь, чтобы было новое утро, выложу все свои вещи куда-то там в сундуки. Вот, и стану настоящим бомжарой. Социальный эксперимент, ребята. Вот смотри, пока я иду спать. Подпишись, пожалуйста, прямо сейчас на канал, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики «Жизнь ютубера». Тебе же нравится «Жизнь ютубера»! Чтобы не пропускать новые ролики, чтобы не пропускать мои стримы, подпишись, пожалуйста, прямо сейчас на канал. Не будь бомжом и ленивой саркотанцей, ядрёна кочерышка. Подпишись, нажми на колокольчик, и если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков на этой серии, сразу же, в ту же секунду выйдет новая серия «Жизнь ютубера». Я готов записывать по 2 ролика в день. Все зависит только от тебя, если не будешь срака и поставишь лайкус прямо сейчас. Поставь лайкусик, я обещаю, выйдет новая серия. А сейчас я выкладываю все свои вещи. Все, что у меня есть, все, что у меня есть, я сюда выкладываю прям все, кроме еды. Еда мне хотя бы понадобится. Вот так. Скидка 15% на любую машину. Надеюсь, бомжара здесь ничего не стыбзит. Ну, по крайней... А, Гуччи очки! Хоть они и паленые. Кстати, я уже как бы, ну, популярный в скобочках ютубер, поэтому мне нужно нормальные Гуччи очки купить, а не паленые. Все, возвращаемся к бомжаре. К бомжаре возвращаемся. Надеюсь, бомжара не спалит мой дом за этот день моего отсутствия. Бомжара, все, ты тут нормально. Так, смотри, опа, опа, мои ключи, твои ключи, все, бомжара, смотри. Здорово. Не ожидали, да, не ожидали, что вы так на меня пялитесь? В общем, бомжара, здесь будет твой дом, вот можешь сюда приходить, вот, вот здесь, где почтовый ящик, вот улица Пушкина, дом 228, квартира 69, вот, короче, вот здесь все будет, да. Ты понял, бомжара, куда тебе нужно идти? Вот туда. Надо разговаривать как бомж. Геннадий Петрович. Бомжара, походу, уже пошел тратить мои миллиарды, накопленные жизнью ютубера. Ну все, короче, это мой дом, да, я здесь буду жить, как я понимаю. Вот, вот здесь будет мой дом. Социальный эксперимент на одну серию бомжарами. Да, бомжарами я оставил одежду, конечно же, одежду. Одежду. Труханы, конечно же, ботиносы, ага, шапка и куртаха. Я похож на бомж? Вылитый бомж! Даже Бабзина и Геннадий Петрович меня больше не узнают. Так, а чего он мне дал ключи? Ключи от чего? Что... Жопа! То есть я ему дал ключи от своего дома, а он мне дал ключи от... Извиняюсь за выражение, дети, если вам не нравятся маты, закройте уши. Сральника. Ну это же не мат. Он мне дал ключи от сральника, а я дал ему ключи от своего дома. Ну ладно, если что, я буду знать, куда можно справить нужду. Все, короче. Надо развивать как бомж.
Михаил, дайте на подачу, на пропитание, подачу на пропитание. Михалыч, это я. Михалыч, не удивляйся, это я, Михалыч. Я просто социальный эксперимент провожу, Михалыч. Все нормально, не пугайся, это я. Эдисон, это я, дебил, это я! Господи, стал бомжом, аж небо заплакало. Все, Михалыч, не удивляйся, это я. Кто меня укроет в доме? Укройте меня, пожалуйста. Подайте на пропитание, пожалуйста. Подайте на пропитание. Подайте, я вам пятка. Вытру вам ботинки, ботиносы вытру. Геннадий Петрович, не спрашивайте, откуда я знаю, как вас зовут. Подайте на пропитание, пожалуйста, Геннадий Петрович, Сработало, ядрить, колотить, 2 золотые монеты заработал. Спасибо, живите счастливо, живите хорошо, чтобы внуки, дети не хворали, чтобы пенсию подняли, чтобы коммунальные услуги не так дорого стоили. Сейчас, подождите, надо прочитать. Чтобы все было хорошо в вашей жизни, чтобы поджелудочная железа не болела, чтобы печенка до 100 лет дожила, чтобы все у вас нормально. Я, походу, нормально справляюсь с должностью бомжа. Подайте на пропитание, пожалуйста, на хлебушек. Спасибо, спасибо, чтобы вы жили счастливо до конца веков, чтобы вместе жили, чтобы вы, Бабзина, и вы, Геннадий Петрович, до конца жизни вместе прожили, чтобы было вам по 130 лет, вы только так, вы, чтобы когда вы сдохли, чтобы в один гроб даже вас поместили, чтобы вот так вы друг друга любили. Спасибо большое. Работает, 3 золотые монеты заработал. И никто не знает, что я бомжара, потому что я в шапке хожу. Ой, а что мне сейчас делать? Я не люблю дождь. Не, я люблю дождь в реальной жизни, но не люблю дождь в Майнкрафте. Надо найти где-то место, где можно переночевать. Не переночевать, а хотя бы скрыться. Вот здесь. Нормально. Вот. Или нет. Или, нет, не здесь. Куда можно, в какую улочку можно забежать? Сюда? Нет, здесь бандюганы. Если я залезу туда к ним наверх и скажу бандюганы привет, они мне сразу из дезерт-игла пулю в голову засадят, потому что они, ну, всех бомжей, наверное, в городе убивают, поэтому мне реально нужно отсюда валить, а то они... Опа. Подождите, я могу к Костяну пойти, но Костян, мне кажется, не любит бомжей, поэтому я пойду сюда. Опа, ядрит колотить. Что? Спрячь меня, пожалуйста. Все, вот здесь Мне кажется, или здесь... Тоже бомжи какие-то живут, а? Я не понимаю, вот... Опа! Нормально, и дождик прекратился. Так, подождите. Башка чешется. Надо мыться хотя бы не раз в месяц. Это я в роль просто вхожу, я моюсь каждый день, вот. Напиши в комментах, как часто ты моешься. Интерактивчик с подписчиками, как часто ты левую подмышку моешь? Я каждый день. Подождите, это какая-то улочка, это какой-то переулок. Что здесь нахуй? Мне кажется, или здесь тоже какие-то бомжи сидят? Здесь столик с тарелками. Здесь какие-то... Что, сундуки какие-то непонятные. Здесь у нас, ага, огнево, костер здесь у нас, ага, понятно. Здесь у нас труханы вонючие, лифчики вонючие. И здесь 2 кроватки. То есть, как я понимаю, здесь реально какое-то убежище бомжей, да? То есть, здесь тоже какие-то бомжи живут. Слушайте, мне нравится это убежище. Хорошенько они здесь устроились, я бы сам бы на самом деле здесь спал. То есть у них здесь 2 спальные кровати, здесь вонючие труханы, лифчуганы, здесь у них мусорки, здесь у них... Слушайте, хорошо здесь бомжи устроились, я почему я не знал то, что в городе ютуберов здесь бомжи живут? Мне надо стать мэром города ютуберов и избавить этот город реально от бомжей. Так, что у них есть здесь? Я ж бомжар, я могу все воровать. У них есть здесь бутылки, я не знаю. Так, уголь, зажигалка. 3 бутылки! Опа! Так, бомжара, наверное, обрадывается, то, что я за него всю работу выполняю. Я еще и 3 золотые монеты надыбал, нормально. Так, что у них вот здесь есть? Ложка, сосиска, кебаб? Сырая сосиска, сырой кебаб? Слушайте, я могу это захомячить. У меня как бы есть еще немножко еды, но... Ну, лишняя еда, лишняя не будет, я же бомжара! Так, хорошо, Опа, у них же здесь гриль есть. Я же могу на гриле это приготовить. Или на гриле. Гриле. Бомжары не образованы. Так, подождите, так я же могу вот это использовать, да? Ага. То есть, как по логике должен работать гриль? Я сюда засовываю уголь, да? Чтобы больше не засовывается, 3 угля засунул. И поджигаю это зажигалкой, да? Да!
Повар Едисон! Повар Бомжара, к вашему слугу. Слушайте, мне кажется, я слишком уже сильно в роли вживаюсь, не надо. Пока, сейчас мы будем с вами жарить сосиску. Кто хочет сосиску от Эдисона, или кто хочет кебаб от Эдисона, все, что тебе нужно сделать, это помочь мне. Помочь Бомжаре, чтобы Бомжара больше денег заработал. Актер 99 уровня, Оскар мне дайте, пожалуйста. Ребят, ну как бы социальный эксперимент, я здесь на камеру вообще-то снимаю, я этот ролик на YouTube выложу, чтобы бабки мне этот ролик принес. Make YouTube great again! Будет у нас новый контент на Ютубе. Вот так, все нормально. Прямо сейчас над тобой появится подсказочка. Если ты не видел предыдущую серию, где мы с вами брали 2 стака золотых монет в кредит, которые сейчас валяются в моем доме, а Бомжара сейчас живет в моем доме. Я надеюсь, то, что он их не скоммунизит. Мы же Бомжары нормально договорились. Короче, посмотри, пожалуйста, серию. Готов? Давай. Раз, два, три. Смотри, пожалуйста, пожалуйста, прямо сейчас нажимай и смотри предыдущую серию, когда мы влезали в долги на всю жизнь и брали ипотеку. Посмотри, пожалуйста, если не будешь ленивой сорокатанцей, посмотришь. Короче, а сейчас, смотрите, мы ставим сюда сырой кебаб, сырую сосиску. Ага, что дальше? Хорошо, сейчас это все, по идее, должно жариться, да? А это лопатка, чтобы переворачивать, да? То есть с одной стороны на другую сторону, ну давайте. Ядрить, колотить! Кебаб перевернули, па! Сосиску перевернули, па-па-па-па, так, ой, подождите, так, одну сторону я пожарил, другую сторону, и другая сторона сейчас жарится, все нормально, нормально. Давайте, давайте кебаб, давайте сосиску, труханы вонючие заберите свои. Так, пожарилась, 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 опа, кебаб пожарился, сосиска пожарилась. Слушайте, хорошее приспособление этот, как его, гриль, когда я куплю себе дачу, когда я накоплю на дачу, ну, у меня есть дом в городе, и когда я куплю себе дачу, я себе туда 100% куплю гриль и буду делать вот такие посиделочки. Слушайте, хорошо они придумали, эти бомжары. Хорошо они придумали. Так, хорошо, у меня есть кебаб, давайте сосиску сначала. Ядрить, колотить, какая она аппетитная, какая она вкусная. Так, хорошо, возвращаемся домой. Возвращаемся домой. Па-па-па-па-па-па. Так, мне бы поспать, а то ночью как бы бомжары не очень хорошо гулять. Вам бы нужно идти поспать. Убейте меня, сгинь мне чистая сила, сгинь, сральник, нужно спрятаться. Не спрашивайте, как здесь, не спрашивайте, насколько здесь мне нравится этот запах, не спрашивайте. Я как бы бандита спрятался, а что мне делать? Алло! Алло! Бабзин! Геннадий Петрович! А, все, я не бомж, вытащите меня отсюда, пожалуйста, я это просто роль, я ролик снимаю, МЧС! У меня еще даже телефона нет, чтобы позвонить. Все, что у меня есть, это бутылки, уголь, 3 золотые монеты и зажигалка. О, господи. Ребят, вызовите, пожалуйста, МЧС. Я не знаю, как это... А что нам делать? Алло, алло, алло! Я в сральнике бомжары застрелю. Бандит в этой... Убейте меня лучше, ну вытащите отсюда, пожалуйста. Дайте я сам застрелюсь, я бы тебя поджег, но здесь вода. Ядрить, колотить, а что нам дальше делать? Ставь лайк, если хочешь видеть новую серию, если хочешь узнать, как мы отсюда выберемся, пожалуйста. Добираем 25 тысяч лайков прямо сейчас, в эту же секунду, и сразу же выйдет новая серия жизни ютубера. И подпишись, пожалуйста, на канал. Бабзина, вызывайте МЧС, пожалуйста! Ай, оп, ты нафиг! Thank you.